В регионе продолжается работа по ликвидации двухсменного обучения в школах. Новое учебное заведение на 540 ученических мест уже совсем скоро откроется в сельском поселении Кантышево. Рабочие штукатурят стены, устанавливают кровлю и проводят отопление. Учебное заведение будет отвечать всем современным стандартам. Когда будет сдан объект и на каком этапе строительства, расскажет Зелимхан Калоев. Фасадная часть здания уже вырисовывается. С раннего утра и до позднего вечера работа кипит. Объект нужно сдать строго в установленный срок. Строительство школы начали в 2016-м. Трехэтажное здание вместе с прилегающей территорией, где будут размещены спортплощадки, два стадиона и место для отдыха, раскинулось на порядка 4000 квадратных метров. Но и это не все. Очистное сооружение же, очистные сооружения, резервуары под воду. Словом, проект «Новая школа» действительно впечатляет, а воссоздать все это в реальность стараются чуть больше сотни человек. Каждый из бригады строителей трудится в своем секторе. Сейчас рабочие приступили к разводке отопления и установке окон. Параллельно проводят вентиляционную систему, устанавливают кровлю и штукатурят. Современные учебные классы, лифт, актовые, спортивные залы, душевые, вестибюль, гардеробная, столовая, санузлы. Словом, школа будет соответствовать всем современным стандартам. Для ребят создаются все необходимые условия для продуктивной учебы. Самое сложное уже позади, как говорят сами строители, это конструктивная часть. Туда же можно отнести завершенные монолитные бетонные работы. Однако расслабляться рабочим еще рано. Работы идут по водоснабжению, канализации, отопления, вентиляции, теплоснабжения. Такие вопросы мы сейчас решаем. Внутренние. И наружную часть мы канализацию сделали. Электрику подвели. Предусмотрены все условия для учебы людей с ограниченными возможностями. Классах места для них предусмотрены, перемещение там, все это предусмотрено, лифты для них будут. Это уже пятая по счету школа в сельском поселении Кантышево. С ее открытием вопрос с двухсменным обучением в селе останется в прошлом. Строительство этого общеобразовательного учреждения на 540 ученических мест как для жителей, так и самих учителей – большая радость. Открытие нового объекта общеобразовательного учреждения ждут все население нашего поселения. Так как этот объект, насколько я информирована, это со всеми условиями объект. Большой актовый зал, спортивный зал, стадион. Все условия для работы по нормам сегодняшнего дня там предусмотрены. И с запуском нового этого объекта облегчится наша работа из-за того, что мы надеемся, что мы будем работать уже в одну смену. Рядом со школой строится детский сад. Современное трехэтажное здание появится совсем скоро. Открытие этих объектов позволит еще и обеспечить новыми рабочими местами местных жителей. Всего же в республике за последние 10 лет построено более 70 общеобразовательных учреждений. Еще 3 открылись для ребят к новому учебному году. В Кантышеве запланировано строительство еще нескольких социально значимых объектов. Детсад и то у них ахает дедушка. Совсем скоро строители приступят к благоустройству прилегающей территории. Школа станет для сельчан настоящим подарком к Новому году. Все строительные работы планируют завершить в конце ноября. А 2019-й школьники встретят уже в новом здании. Зелимхан Калоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.